20-я энергия судьбы, энергия яснознания, ясновидения и связи с родом. Яснознание и ясновидение – это не просто открытие третьего глаза, потому что если просто открыть третий глаз, то можно видеть все, что происходит на тонком уровне. Но не каждый человек способен это увидеть. Я имею в виду увидеть ясность, потому что когда мы открываем третий глаз, мы, как правило, начинаем видеть не очень позитивные вещи. И от этого можно в буквальном смысле слова сойти с ума. Психика не каждого человека может выдержать то, что вот ему показывает, когда у него открывается третий глаз. Поэтому задача это все-таки у людей 20-го аркана развивать ясновидение. То есть видение ясности и видение света. Это прежде всего. Вторая задача связана с родом. Это аркан связи с родом. И поэтому люди 20-го аркана имеют такую задачу. Научиться жить не так, как живут и жили ваши родители, но при этом их необходимо простить. Скажу вам честно, 20-й аркан бывает в плюсе очень редко. Чаще всего он в минусе у человека. Заблокированные сверхспособности и осуждение и злость на родителей. И, конечно же, ваша задача прежде всего, чем идти на более высокий уровень развития канала Яснознания, это принять свой род и простить своих родителей. Подумайте, за что вы осуждаете своего папу или свою маму, за какие черты характера, за какие модели поведения. Если вы злитесь на них, если вы не приемлете их способа жизни, то тогда по 20-му аркану вы обрекаете себя на повторение кармических родовых сценариев. И через какое-то время вы оглянетесь и поймете, что вы поступаете точно так же. И вы говорите такими же словами, как ваша мама или ваш папа. И у вас жизнь складывается точно так же, как у них. Хотя больше всего вы этого не хотели. Кармическая задача по 20-му аркану – простить своих родителей, принять своих родителей, вычистить от негативных программ свой род. И потом следующая ступенька, следующий этап – это развитие сверхспособностей.